принцип, почему люди вступают в конфликт, всегда будет касаться следующих трех пунктов. Между двумя сторонами обязательно возникнет конфликт, если у них разные ценности, разные цели и разные пути. ЦЦП. Ценности, цели и пути. Запомните эти три составные, и давайте мы повращаем их с разных сторон. И попробуем увидеть, так ли это на самом деле. Две стороны могут иметь одинаковые ценности, одинаковые цели, но при этом разные пути их достижения. Возможно ли такое? Конечно же, да. Их разные взгляды на пути достижения целей обязательно рано или поздно приведут к столкновению, а значит, к конфликту. Могут ли люди иметь одинаковые ценности, но разные цели и разные пути их достижения? Конечно же, да. Почему для нас важно учитывать эти три составные? Ценности, цели и пути. Потому что всякий раз, когда между вами возникает конфликт, чтобы вы в первую очередь могли поставить себе диагноз и выяснить, почему именно у вас сейчас возник конфликт. Где именно у нас разное мнение? У нас разница в ценностях, у нас разница в целях или у нас разные пути достижения этих целей? И в этой модели, конечно же, есть пункты, которые мы можем решить путем совместного диалога. Когда вы можете остановиться и сказать: «Стоп, давай мы не будем сейчас развивать эту ссору. А давай мы вместо этого обсудим, в чем сейчас между нами разница. Давай сравним наши ценности, цели и пути. Сходимся ли мы в ценностях?» И вы посмотрели и сказали: «Да». Да, в ценностях мы сходимся. Что по поводу цели? У нас одинаковая цель, и вы посмотрели и согласились. Да. Ага, значит, мы видим разные пути достижения одной и той же цели. Я вижу, что мы таким образом можем достичь эту цель, а ты видишь другой путь для достижения той же самой цели. И это поможет вам перестать видеть вашего партнера как врага. Почему? Да потому что, оказывается, у вас одинаковые ценности, у вас все в порядке с целями. И разница всего лишь в том, что вы по-разному видите достижение этой цели.